Центре общественных организаций Туркменистана прошел финальный этап конкурса среди вышивальщиц, организованный Центральным советом Союза женщин Туркменистана, Национальным центром профсоюзов, секретариатом Национальной группы Туркменистана по делам ЮНЕСКО и Госкомитетом Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии. Конкурс, названный «Туркменская вышивка. Наше национальное достояние», привлек внимание к уникальному искусству, которое было включено в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Победители конкурса определялись с помощью голосования по СМС, что позволило зрителям активно участвовать в процессе. Конкурс состоял из трех этапов. На первом этапе участники в течение 5 минут представили свой вклад в развитие искусства вышивки. Второй этап потребовал от них в течение 10 минут рассказать о выбранных вышивках, процессе их создания, а также о том, как они держат иглу и выбирают нити. На третьем этапе участники должны были представить свою работу и восхвалить ее стихами или легендами. Вышивка, являющаяся неотъемлемой частью туркменской культуры, включает в себя головные уборы, сумки и накидки. В конкурсе особенно выделились вышивальщицы из Марыйского вилаята, которые получили более 17 тысяч голосов СМС и стали победительницами. Победителям конкурса были вручены ценные подарки и грамоты. Одной из заметных участниц стала Ширин Джумаева, которая занимается рукоделием с детства. Научившись вышивке у своей матери в возрасте 11-12 лет, она создала свою работу для конкурса за 15-16 дней. Туркменское искусство вышивки, имеющее многовековую историю, продолжает привлекать внимание и восхищение, подтверждая свою важность и значимость для культурного наследия человечества.